Конкурс проходил на федеральном и региональном уровнях. Итоги организаторы подвели 31 октября. В областном этапе победители выбирали в нескольких номинациях – продовольственные и промышленные товары, а также услуги для населения. В этом году свои товары на конкурс выставили 32 компании. В общей сложности было заявлено 37 наименований. Победителями признаны 8 товаров от 6 предприятий. Всего же за годы проведения конкурса в список лучших уже попали более 150 организаций и предприятий. В списке значатся также и люди. Это 73 человека, которые своим трудом, своей ответственностью, своей эффективной работой помогли достичь качества, которое мы сегодня с вами оцениваем. Все мы знаем, что сегодня происходит и как современные технологии изменяют природу, структуру состава продуктов. И те продукты, в том числе наши, которые заслужили этот знак, мы можем брать смело. Качество плюс безопасность равно конкурентоспособность. Больше всего наград завоевал Благовещенский молочный комбинат. В региональном этапе лучшими признаны молочные коктейли предприятия, сыр моцарелла и напитки из сыворотки. Последние производят из полезной и богатой микроэлементами сыворотки по уникальной немецкой технологии. Именно за эту продукцию предприятие получило право использовать на упаковке золотой знак качества 100 лучших товаров страны. Для покупателей это очень важно. Если покупатель увидит 100 лучших товаров России, то, естественно, а еще если это золотой знак, то для них это показатель того, что да, действительно продукт оценен, он безопасен, он хороший, его можно покупать. Это очень хорошо для продвижения на рынке этих товаров. Еще один золотой знак получила агрофирма «Партизан» за сыр буковинский собственного производства. Сегодня это крупнейшее предприятие полного цикла в Приамурье. Серебряными призерами федерального этапа признаны две организации – «Амурский бройлер» и «Амурская вода». Они, как молочный комбинат и «Партизан», стали лауреатами регионального этапа. В номинации «Промышленные товары для населения» победу одержала продукция из массива дерева амурского предпринимателя Сергея Кашина. За качество оказания услуг дипломом первой степени отметили компанию «Сфера» за медицинскую деятельность в области офтальмологии. Денис Фериденко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.